Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Северный Сахалин». В студии для вас работает Никита Бибик. Сегодня в нашем выпуске. 6 кандидатов предварительного голосования от партии «Единая Россия» провели дебаты в Ахе. Само голосование по выдвижению кандидата от партии «Единая Россия» для выборов в областную думу состоится 28 мая. На строительной площадке на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина работа кипит уже 10 месяцев. Здесь возводят новый современный сквер, который обещают сдать к августу. О правилах и сроках. В Ахинском районе стартовал охотничий сезон. Охота открыта на медведя и водоплавающую дичь. Сейчас об этом и многом другом более подробно. В Ахе прошли дебаты среди участников предварительного голосования на выдвижение кандидата от партии «Единая Россия» на выборы в Сахалинскую областную думу. Подробности в репортаже. Вчера в Ахе прошли дебаты среди участников предварительного голосования на выдвижение кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Сахалинскую областную думу. Напомню, выборы состоятся 10 сентября нынешнего года. Тема дебатов – промышленность и экономика. Участниками предварительного голосования станут ахинцы Петр Тарасюк, директор филиала аэропорта Аха, Владимир Разумейко, главный врач Ахинской центральной районной больницы, Игорь Кутайбергей, директор спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин», Анастасия Бугрова, инструктор по спорту спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин», Дмитрий Киселев, ведущий инженер, заведующий хозяйством сектора административно-хозяйственного обеспечения общества «Роснефть Сахалин Моннефтегаз» и Никита Бибик, генеральный директор телерадиокомпании «Аха». В своем вступительном слове каждый участник праймерис высказал свою позицию по теме дебатов. Как именно он видит развитие промышленности и экономики в городском округе? Я считаю необходимым и давно озвучиваю это. Очень мощно вложиться в передовую отрасль производства, а именно в энергетику. И кроме поэтапной реконструкции Ахинской ТЭЦ, нужна электрозакольцованность, которая была в программах 80-х годов, когда собирались строить третью очередь, когда энергетика должна была быть завязана по всему Сахалину. Это, в свою очередь, создаст новые рабочие места, как при строительстве. Для этого получается работа для нашего треста, который в последние годы не удел. Эксплуатация мощностей. Также огромным плюсом будет продажа электрической энергии в южные районы Сахалинской области. Сотни наших сограждан безрезультатно обивают пороги организации учреждений в поисках работы. Считаю, и эта инициатива озвучена уже на уровне правительства области, что при строительстве на территории Сахалинской области и в Ахинском районе в частности, надо вводить все разрешенные законом способы минимизировать завоз сторонней рабочей силы, чтобы максимально привлечь местное население. Конечно, мы понимаем, что бизнес ищет пути снижения расходов, ему выгодно вести сюда приезжих рабочих, но я уверен, что у сахалинцев в целом и у ахинцев в частности есть полное право получить и оставить в экономике региона тот бюджетный рубль, который из нашего же кармана и выплачивается. Каждому участнику дебатов были заданы вопросы. Напомню, дискуссия прошла в рамках подготовки к предварительному голосованию, объявленному партией «Единая Россия». Ее главная цель – выбрать наиболее достойных сахалинцев и курильчан, которые станут кандидатами на участие в выборах депутатов Сахалинской областной думы 7-го созыва. Предварительное голосование состоится 28 мая нынешнего года. Телеверсию дебатов участников предварительного голосования смотрите в нашем эфире в среду, 17 мая. Вопросы благоустройства города – тема животрепещущая. Для каждого жителя в Ахе на протяжении полугода идет возведение сквера. Успеют ли строители уложиться в обещанные сроки? Этот вопрос волнует многих ахинцев. Подробности в репортаже. С осени прошлого года на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина возводят городской сквер с фонтаном. С первого взгляда работы идут не очень активно. Ранее оглашали срок сдачи объекта июль 2017 года. На календаре середина мая, а к отделочным работам еще не приступали. Основные работы, тяжелые, трудоемкие, это работы по заливке самого туалета и подпорных стен. Стены имеют, две стенки имеют неправильную конфигурацию. Вот, очень тяжелое в исполнении. Ну, как бы одну сделали, вторая вот уже на выходе, да? Вот. Окончание строительства запланируется к 1 августа. Пока что мы успеваем. Туалет практически готовый, уже облицован. Осталось подвесной потолочек.
и внутри он уже готовый, скажем так, на 90%. Первой общественной уборной также осталось установить сантехнику. По возведению фонтана планируют перейти в конце мая, после заливки второй подпорной стенки. И черновые работы бетоном останутся только фундаменты под ограждение территории. Сама площадка сложная в работе. Строители сетуют на глиняную почву. На регулярность поставок материалов не жалуются, идут в графике. В июне начнем ставить, наверное, светильники. И начнем готовить под озеленение. Отделка стен, камнем искусственным, туалета. И пойдет вертикалочку, вертикальную планировочку окончательно подгладим. Сейчас грунт, который за стенками мы засыпали, он садится, да? Вот, будем завозить растительный грунт и дерн. Между подпорной стенкой и туалетом будут идти ступенечки туда наверх, да? И потом оттуда пойдет дорожка с тротуарной плитки на выход. Дальше вот тут идет три таких площадочки. Вот одна вот где-то начинает просматриваться. Вот это вот подпорная стенка полукруглая. К ней идет встречная полукруглая подпорная стеночка будет, ну уже пониже. И вот здесь тоже будет площадочка такая. Будут такие же овальные скамейки, клумбы. Вот одна площадочка будет такая полукруглая, вторая, вот, и там третья. В том месте уже вот возле наших прорабских будет фонтанчик. И он будет где-то размером, ну, овальной опять же формы, где-то 8 на 6. По проекту запланировано озеленение территории, архитектурные композиции и фонари торшерного типа. По периметру сквера будет небольшое ограждение, все стены облицованы искусственным камнем. В целом должно получиться красиво. Совсем небольшой участок городской территории станет излюбленным местом горожан. С 20 апреля по 31 мая в Ахинском районе открыт сезон охоты на медведя. Его добыча осуществляется при наличии лицензии. Ее можно оформить в многофункциональном центре «Мои документы» и по соглашению с Министерством лесного и охотничьего хозяйства. Стоимость лицензии составляет 3650 рублей. Для охотников существует ряд ограничений. Нельзя охотиться на медведей в возрасте менее 1 года и медведец с медвежатами текущего года рождения. В этом году на весеннюю охоту на хозяина тайги выдана 21 лицензия из 23. Сколько освоят, будет известно по окончанию сезона. Кроме того, 13 мая стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь. О правилах и сроках более подробно расскажет государственный инспектор по охране леса Ахинского лесничества Виктория Усова. С 13 по 22 мая открыта охота в Ахинском районе на водоплавающую дичь. Она осуществляется по лицензии, которую можно получить в МФЦ. Стоимость такой лицензии на водоплавающую дичь составляет 650 рублей. Выдается разрешение при наличии охотничьего билета и оплаченной квитанции, которую после этого пишется заявление, относится в МФЦ, и министерство уже дает разрешение. Что можно сказать по добыче? В правилах указано, что в день можно добывать 5 штук селезней и 5 штук селезней вальшнепов и 2 штуки гусей. Вальшнепов и гусей можно стрелять в лед. Уток же только селезни и только с посадки. Исключения в добыче составляют виды, занесенные в Красную книгу. Также запрещена, строго запрещена добыча лебедей в Ахинском районе. 3 июня в районном дворце культуры состоится фестиваль творчества инвалидов «Поверь в себя». Желающих принять участие в празднике добра, творчества и улыбок приглашаем подать заявки. 3 июня 2017 года Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ Ахинский совместно с муниципальным бюджетным учреждением района Дворец культуры проводит фестиваль творчества инвалидов «Поверь в себя». Мы ждем участников на наш фестиваль, людей с ограниченными возможностями. Заявки можно подать в муниципальное учреждение района Дворец культуры, либо по телефону, указанном на экране. Ведь наш фестиваль – это праздник творчества, улыбок и хорошего настроения. Ознакомиться с заявками, с положением вы можете либо на сайте Дворца культуры, либо лично во Дворце культуры, кабинет 107. Ждем ваших заявок. We'll be right back.
Круглый год нефтяники принимают участие в состязаниях по самым различным видам спорта, которые проходят в рамках корпоративной спартакиады. На этих выходных работники общества «Роснефть Сахалинмурнефтегаз» определяли лучших баскетболистов. Подробности в репортаже. В субботу в спортивном зале районного дворца культуры мастерство в игре в баскетбол показывали специалисты нефтегазодобывающих и сервисных предприятий. Здесь состоялся очередной этап спартакиады общества «Роснефть Сахалинмурнефтегаз». Заявилось на соревнования 5 команд, но участвовало 4. Баскетболисты «Ахинская ТЭЦ», обособленных подразделений управления добычи нефти и газа, управления магистральных нефтегазопроводов, а также аппарата управления. Наш марафон. Выходим мы с вами в лето. Большое спасибо уже тем командам, которые начали эти соревнования, отыграли. Приятное зрелище. Спасибо болельщикам. Всем удачи в соревнованиях. Пусть победит сильнейший. Очень жаль, что на данное соревнование заявилось всего 5 команд. И то участвует только 4. Но я надеюсь, что мы все-таки эти недоработки исправим. И на следующие соревнования у нас все-таки будет побольше участников соревнований. Поэтому, пожалуйста, уважаемые коллеги, уважайте друг друга. Не забывайте, что вам понедельник на работу, поэтому, чтобы сегодняшние соревнования вам принесли только удовольствие, а не травму. Жаль, конечно, что команд маловато. Я вас всех поздравляю с прошедшим Днем Победы и желаю вам всем победы. Игры проходили по круговой системе. Правила командам немного упростили, ведь в борьбу вступили не профессиональные спортсмены, а работники нефтяной промышленности, которые просто любят спорт. Игра идет по упрощенным правилам баскетбола. 2 тайма по 7 минут с небольшим перерывом. В команде допускается 7 человек. Люди рабочие в основном, да, они когда-то занимались баскетболом, поэтому они много подзабыли. Но мы сейчас для этого много делаем. Есть 3 раза в неделю ходят взрослые заниматься, старшие, да, звено, которые раньше играли. Поэтому к этому стараемся. Игра была напряженная. Много эмоций, которые порой трудно было сдержать. Но болельщики активно поддерживали игроков. Азарт. Все играют, все отдаются полностью на 100%, хотят выиграть. Поэтому такие эмоции. Команды все равносильные, впечатления только положительные. Баскетбол я играю со школы, поэтому мой вид спорта. Соперники все сильно хорошо подготовились, все нормально, все отлично, да. Все сильные, все хотят выиграть в этом турнире. В каждых командах где-то по 1-2 сильных участника, которые постоянно везде играют, и в крае играют, в нашей области играют, потом играют на наших внутренних соревнованиях спартакиады, также выезжают на спартакиаду. Финальные части. Вот. Повторюсь, 3-2 игрока. В каждой команде сильные. Но да, остальные все рабочие, ходят, уже тренируются. Для непрофессионалов это нормально, даже для любителей это нормально. Не сильно приходится выкладываться, но есть время передохнуть еще, восстановиться, играть дальше. Игры, не с профессионалами, все работают, люди, все равно за это время поднялся все равно уровень, потому что ходят на тренировки. Упрощенная система, положение по Роснефти такое, все сделать, чтобы быстро все проходило. Если было бы много команд, тогда бы заняло бы весь день даже. По итогам игр места распределили следующим образом. Первое место пьедестала почета заняла команда аппарата управления. Второе – Ахинская ТЭЦ. И третье место у баскетболистов обособленного подразделения управления добычи нефти и газа. Победители и призеры соревнований награждены грамотами, кубками, медалями и ценными призами. Команды, не вошедшие в тройку лидеров, получили утешительные призы. В Невельске прошел чемпионат Сахалинской области на Кубок Победы. В соревнованиях приняли участие более 100 боксеров островного региона из Анивы, Долинска, Корсакова, Макарова, Ахи, Поронайска, Тамари, Шахтерска, Хомска и Южно-Сахалинска. С первого до последнего дня соревнований поединки проходили в остром и упорном соперничестве. Ахинцы показали мастерство и волю к победе, что позволило им занять достойные места на пьедестале почета. По итогам турнира третье место занял Максим Галеев. Вторыми стали Глеб Викулов, Стас Целиков и Алексей Чукарев. А звание победителей завоевали Павел Петров, Богдан Иващенко и Никита Максименко.
С 12 по 14 мая в поселке городского типа Ноглики прошел турнир по мини-футболу среди девушек. В соревнованиях приняли участие три команды – Ноглики и одна детско-юношеская спортивная школа города Ахи. Ахинская команда выиграла все встречи со счетом 8-1. У команды ДЮСШ поселка городского типа Ноглики 2-0, у команды Ноглики 1 и 2-1 у команды Ноглики 2. Таким образом, по итогам соревнований, команда девушек детской спортивной школы города Ахи стала абсолютным чемпионом в составе Мария Маргулева, Екатерина Ханина, Яна Беспалова, Анастасия Бунеева, Алиса Шкурная, Олеся Кутузова, Ульяна Жихалова, Ирина Емельянова и капитан команды Анастасия Готовцева. По итогам турнира лучшими игроками во всех номинациях были признаны спортсменки Ахинской школы. Лучший вратарь Мария Маргулева, лучший бомбардир Анастасия Бунеева, 6 забитых голов. Лучший игрок турнира Анастасия Готовцева. И в завершении выпуска коротко о погоде. Над Охотским морем сформировался холодный антициклон, поэтому в первой половине рабочей недели в северных районах Сахалина погода почти не изменится, будет также прохладно. Во второй половине недели антициклон начнет отступать к Курильским островам. На острове начнется повышение температуры, в том числе и на севере. Так, завтра днем при южном ветре воздух прогреется до 7 градусов. Будет малооблачно. А в среду уже ожидается ясная солнечная погода с дневной температурой до 9-10 градусов. Полупрозрачная облачность с небольшим дождем ожидается в четверг, 18 мая. В этот день чуть холоднее днем, до плюс 6. Ветер северо-западный. По-настоящему теплую погоду с температурой воздуха до 19 градусов синоптики обещают в пятницу, 19 мая. Надолго летнее тепло на севере не задержится. В субботу всего плюс 6, без осадков. В воскресенье дождь и 4 градуса тепла. Ну что ж, это была последняя информация нашего выпуска. Я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго и до новых встреч в эфире.